Лондон, 2166 год. Вандал Сэвидж. Злой диктатор, наделенный бессмертием. Он добился того, чего не удавалось никому в истории человечества. Он покорил всю планету. А вы? Рип Хантер. Я из Восточного Лондона. А, да, и из будущего. Мне поручено собрать элитный отряд для путешествий во времени, чтобы остановить Сэвиджа, прежде чем он наберет силы. Из всех когда-либо живших на планете людей я выбрал вас восьмерых. Надеюсь, вы не подведете меня и этот мир. Не подведем. А там? Тебе пора увеличиться. Сейчас будет жарко. Белая канарейка. Ты слишком долго жила в тени. Пора стать героем и выйти на свет. Тепловая волна и капитан Холод. Вечеринка начинается! Уверен, что подпускать этих двоих к машине времени хорошая идея? Огненный шторм. Да, я горю, приятель. Ястреб и Орлица. Дорогая, ты чуть нас не прикончила. Вы не думали сходить к семейному психологу? Знаю, вам тяжело все это переварить, но в будущем никто из вас не станет героем. Вы станете легендами. Курс на 1975 год. Ваш мир скоро изменится. Люди правда так дерьмово одевались? К несчастью, теперь у нас проблема посерьезнее, Сэвидж. Я говорил, что опасно нарушать хронологию, нужно было слушать меня. Я видел смерть человека из стали и падение темного рыцаря. От ваших действий пострадает весь 21 век. Рип уже видел будущее и знает, что она готовит для каждого из нас. Если у нас есть сила, чтобы изменить мир, думаешь, мы не способны изменить собственную судьбу? К лучшему или к худшему? Я рад быть частью команды, чувак. Я тоже. За дело. Легенды завтрашнего дня. Обожаю 70-е! Смотрите в январе.